Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас сегодня Citroen C4 на полную шумоизоляцию. Салон разобрали. Краткий обзор штатной шумоизоляции. Так у нас выглядит багажник. Как видите, ни единого куска шумоизоляции нет. Арки голые. Это самые шумные места. Пол в багажнике тоже голый. Вот с левой стороны один кусок вибропроливей. На этом все ограничено. Смотрим двери. Двери у нас тоже голые, ни единого куска шумоизоляции нет. Пол, такие вот квадратики проклеены. Владельцу это данного автомобиля это не устраивает, поэтому он приехал к нам все это дело исправлять. Сейчас подготовим поверхность и приступаем клеить первый слой. Проклеили первый слой вибропласта в дверях на автомобиле Citroen C4. Все тщательно прокатали валиком. Также прокатали вибропластом пол в салоне. Крылья. Машина у нас турбированная, поэтому такие у нас еще большие крылья в автомобиле присутствуют. Тоже тщательно прокатали валиком. Продолжаем нашу работу. Также закончили клеить багажник первым слоем. Так у нас выглядит проклеен, прокатан валиком пол в багажнике, арки. Смотрим дальше. Закончили клеить второй слой вибропласта в салоне автомобиля Citroen C4. Так выглядит проклеенный пол. Также проклеили крылья вторым слоем и также проклеили двери. Смотрим дальше. Также закончили клеить вторым слоем шумоизоляции багажника автомобиля Citroen C4. Как выглядит проклеен пол в багажнике, арки. Приступаем собирать салон. Закончили сборку салона автомобиля Citroen C4 после полной шумоизоляции. Весь пластик стоит на своих местах. Никаких повреждений мы не оставляем при разборке сборки салона. Ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.